Известный советский авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев начинал как самоучка, а стал одним из лучших в мире. Сегодняшний фильм «Оружие» для тех, кто хочет знать, как все начиналось. Свой первый летательный аппарат Саша Яковлев построил еще 15-летним мальчишкой в 1921 году. Это была модель «Планера». В годы повального увлечения страны советов небом в кружках авиамоделирования занималось огромное количество школьников. Однако не каждому из них было суждено стать генеральным конструктором. С раннего возраста Яковлев мог объединить вокруг себя людей, чей интерес к авиации шел намного дальше простых детских увлечений. Еще в школе он создал ячейку общества друзей воздушного флота и кружок авиамоделирования. Первая же самостоятельная конструкция тренировочный планер АВФ-10 получил в 1924 году приз на всесоюзных соревнованиях в Коктебеле как одна из лучших машин переходно-тренировочного назначения. Планер АВФ-10. Размах крыльев 12 метров, длина 6,5 метров, полетная масса 135 килограммов, экипаж 1 человек. От модели к планеру, от планера к самолету. Таким был путь в авиацию будущего дважды героя соцтруда, лауреата Ленинской государственных премий, академика Александра Сергеевича Яковлева. Уже в 20-летнем возрасте он приступил к разработке аэроплана. В середине 20-х годов в Советском Союзе наблюдался настоящий бум конструирования и производства легких спортивных самолетов. В те времена их называли авиэтками. Под эгидой ОСО «Авиахима», организация, немало сделавшая для развития отечественной авиации, был объявлен конкурс на создание лучшего проекта такого самолета. В нем приняли участие тысячи аэроклубов, кружков и авиамоделистов-любителей. Конечно же, Яковлев не мог не принять участие в этом состязании. Взявшись за создание авиэтки, он быстро понял, насколько велика разница между планером и настоящим самолетом. Молодой энтузиаст приступил к самостоятельному изучению теории воздухоплавания, механики сопротивления материалов. Так начиналось становление генерального конструктора. Александр устроился разнорабочим в военно-воздушную академию имени профессора Жуковского, затем мотористом в учебную эскадрилью, а в свободное время строил двухместную авиэтку с мотором мощностью в 60 лошадиных сил. Большинство слушателей академии скептически относились к опытам конструктора-самоучки. Однако нашлись и те, кто оценил трудолюбие и необычное техническое решение серьезного, фанатично влюбленного в небо парня. Среди них оказался будущий создатель знаменитых советских штурмовиков Сергей Ильюшин. При работе над своей первой машиной Яковлеву пришлось освоить профессии чертежника, экономиста, казначея, снабженца, администратора. Это была бесценная практика. Ведь в те времена советским авиаконструкторам приходилось решать помимо творческих и множество чисто организационных задач. Часть деталей будущей авиэтки изготовили в мастерских военно-воздушной академии. А к сборке самолета Александр привлек своих друзей-механиков из учебно-летного отряда. Так образовался костяк будущего конструкторского бюро Яковлева. Работу над своим первенцем Александр Яковлев завершил первомайским праздником 1927 года. И самолет перевезли на центральный аэродром в Тушино. 12 мая здесь же, на глазах множества зрителей, двухместная авиэтка «АИР-1» совершила первый демонстрационный полет. Это была настоящая сенсация. Молодой рабочий моторист, не имевший высшего технического образования, создал машину, которая стала лидером в своем классе. Авиэтка «АИР-1». Размах крыльев 8,8 метра. Длина 7 метров. Полетная масса 535 килограммов. Двигатель «Цирус» мощностью 60 лошадиных сил. Максимальная скорость 150 километров в час. Практическая дальность полета 500 километров. Практический потолок 3850 метров. Экипаж 2 человека.
Ко времени появления первой машины Александра Яковлева моду в мировой авиации задавали крупнейшие производители: германский «Юнкерс», британский «Хоукер» и «Супермарин», итальянский «Фиат». Был совершен первый перелет через Атлантику, разработан и внедрен в производство авиационный радар, конструкторы широко использовали аэродинамические трубы. На самолетах в массовом порядке устанавливались радиостанции, некоторые пассажирские лайнеры были оборудованы ванными комнатами. Лидерство в легкой и сверхлегкой авиации принадлежало англичанам из «De Havilland» и американцам из «Boeing». Двухнедельные испытания выявили ряд преимуществ нового аэроплана не только перед лучшей советской авиаткой тех лет RAV-2, но и зарубежной «De Havilland 60 MOS». Учитывая, что самолет строился кустарным способом, летные данные и внешний вид машины наглядно продемонстрировали высокую инженерную культуру начинающего авиаконструктора. С тех пор 12 мая 1927 года считается датой создания КБ Яковлева. По результатам его полетов Яковлева зачислили слушателем в военную воздушную академию имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Сейчас это ВВИА имени Жуковского. Надо сказать, что зачислили-то его без сдачи экзаменов. 9 июля 1927 года авиатка «Аир-1» под управлением знаменитого летчика-испытателя Юлиана Пиантковского отправилась в дальний перелет по маршруту Москва-Харьков-Севастополь-Москва. Сам Яковлев занял место пассажира. За 10 с половиной часов летного времени аэроплан достиг Севастополя. «Аир-1» установил два мировых рекорда по дальности и продолжительности беспосадочного перелета для легкомоторных самолетов. К сожалению, из-за бюрократических проволочек они остались незарегистрированными. В заключении комиссии ОСААвиахима «Аир-1» был предложен к серийному производству. ОСААвиахим. Общество содействия обороне авиационному и химическому строительству. Общественно-политическая оборонная организация, предшественник ДОСААФ. Основана в 1927 году, существовала до 1948. В годы Великой Отечественной войны в составе ОСААвиахима действовали стрелковые центры, снайперские, военно-морские, кавалерийские школы, центры противовоздушной и противохимической обороны, связи, автоматоклубы, парашютно-планерные клубы. Организации ОСААвиахима подготовили миллионы специалистов по массовым военным профессиям. В сентябре 1927 года авиатка участвовала в маневрах Красной Армии в качестве штабного самолета связи. С этой задачей «Аир-1» справился успешно, в отличие от других моделей. Прочное шасси и малая посадочная скорость позволяли пилотам сажать машину на неровные короткие поля, пашню и лесные опушки. Очередной самолет Яковлева «Аир-2» получил еще большую известность. Британский премьер-министр Чемберлен выступил с угрозами в адрес СССР. И по всей советской стране развернулось пионерское движение под лозунгом «Наш ответ Чемберлену». Мальчишки и девчонки по копейкам собрали 8 тысяч рублей на строительство новой ветки. Ее проектирование поручили Яковлеву. Были построены 6 легкомоторных аэропланов «Пионер» с различными типами двигателей. Одной из моделей стала авиатка «Аир-3», не имевшая равных в своем классе и заставившая всерьез говорить о практическом использовании легкомоторной авиации. Вскоре появился и первый малосерийный самолет Яковлева «Аир-4», логическое продолжение предыдущей модели. В сентябре 1930 года две опытные машины прошли летные испытания. «Аир-4» использовался в качестве связного и учебно-тренировочного самолета. В период с 1932 по 1934 год выпускался и многоцелевой легкий самолет «Аир-6». Эту машину называли «воздушным Фордом» по аналогии с массовым легковым автомобилем. Воздушный «Форд» был продемонстрирован на центральном аэродроме Москвы в сентябре 1933 года. В честь визита министра авиации Французской республики Пьера Кота здесь была устроена выставка советских самолетов. Ее посетил и новый начальник Главного управления авиационной промышленности Королев.
С многочисленной свитой он подошел к одной из машин. Самолет был очень красив, великолепно отделан как снаружи, так и изнутри. Королев остановился и величественно протянул к самолету указательный палец. «Сразу видно заграничную работу», — сказал он. «Вот это культура. Посмотрите на окраску, на изящество, на вкус. Да, не скоро мы научимся так строить самолеты. Что за машина? Какой фирмы?» А ему шепотом говорят: «Это новый ОСА-авиахимовский самолет АИР-6 конструкции Яковлева». Ответственное лицо, скрывая свое смущение, зевнуло и пошло дальше отыскивать на аэродроме иностранный самолет. Одиноко остался стоять у АИР-6 обескураженный конструктор. Серийным первым самолетом, построенным в большой серии у Яковлева, был АИР-6. Рассчитанный на летчика и двух пассажиров. На четырех таких самолетах в 1934 году был выполнен перелет Москва-Иркутск-Москва. Это был первый групповой перелет легких самолетов в СССР. Этот же самолет послужил для установления первых уже официальных мировых рекордов легких самолетов в СССР. Последним, или, как говорят в авиации, крайним самолетом в этом ряду стал учебно-тренировочный АИР-8. Как и все предыдущие, он был построен по заказу ОСА-авиахима для оснащения летных школ и аэроклубов. Учитывая настоящий культ, сложившийся в предвоенное время вокруг воздушного флота, потребность в таких машинах была огромной.